Начали делать клумбу. Забор тут убрали. Убрали весь битый кирпичик сюда, который был выложен. Вот сейчас укладываем клумбу. Там все придется засыпать землей. И можно будет посадить цветочки. Будет тут красота. Андрюша что-то там у нас колотит. Андрейка, ты зачем скамеечку-то колотишь? А? А как сидеть потом будем? Сынок. Так. Ой, какой ты чумазый ты. Вот чего у нас получилось пока. Лишний кирпич надо убрать. Такая будет клумба. Засыпется, покрасится. И будет здорово. Делаем вторую клумбу. Сегодня Толик дома, поэтому Толик нам в помощь. Вот что у нас получится. Петушки поют, музыка играет. На улице довольно-таки тепло, 13 градусов. Всем привет! Работай, работай, давай, не отвлекайся. Вот теперь думаю, какие цветочки сюда посадить. Я думаю, что надо низкорослые. Хочу посадить бархатцы. На эту под вишню побольше, повыше астры. Анатолик предлагает сюда переместить розы. Две штуки, которые мы там где-то в поле высадили. В каком поле? Ну там, в поле. Я предлагаю сюда посадить две розы, одну сюда, другую туда. Здесь им больше места будет. Ну а потом здесь будем все это тропинки цементом заливать, все это делать. Ну это все опять со временем. Сейчас пока так вот. Немножечко благоустраиваемся, что без денег. Потому что на данный момент сейчас денег нет у нас опять. Приходится делать то, что мы можем. Ну, семена цветов-то у меня есть. О. Вот только там еще надо стекло вставить. Стекло вставим, конечно. Стекло вставим, все сделаем. А то опять напишут тебе в комментариях. Котята вот такие вот у нас уже большие. Это Дуся. Пушинка наша. Вот такие белый пригодился, который откопали из земли. Кого там увидела? Дуся. Так. Кубик. Да, забор стоял вот здесь. Да, мы его просто перенесли. Забор. Он лишний был здесь. Вот тут одинокая вишня растет, просто она стояла тут между двумя аж заборами. Это вишала тут были, непонятное что-то нагорожено. Бедное несчастное дерево. Зажатое между шифером и досками. Вот такие у нас получились клумбочки во дворе. Ну а здесь уже за забором дальше идет хоздвор. Вот так вот.
пристроился. Не стыдно тебе, кусик? Мама Кити сосед. Мусенька. Муся. Мусенька твоя красота. Муся. Ты моя красавица. Ну, классная. Красотулечка. Совсем не боится. Уже почти из рук ест. Парика на ее куртке. Ты моя девочка. Может, мальчик? Красотуля, красотуля. Голубушка прибилась тут к нам. Никуда не улетает уже. Второй день у нас. Я ее кормлю, пою. Но боюсь, кошки ее все-таки схватят когда-нибудь. Она и не боится. Ходит уже близко. На расстоянии вытянутой руки. Где я, там она. Ой, ты моя хорошая красавица. Вот какая ты у меня красавица. Малышка. Позирует, сидит. И не боится даже. Какая хорошая птичка.